лучше благодаря этим двум болельщикам, либо Макс Михайлов, либо Эрвин Гапе. По моей команде техник нажмет на старт, и наша ракета устремится к Луне. Чья ракета раньше достигнет рубежа нашего искусственного спутника, тот и победит. Готовы? Так, 3, 2, 1, поехали! 3, 2, 1, полетели! Чья ракета быстрее долетит до Луны, тот и выиграет в этом противостоянии. Эрвин Гапет вырывается вперед. Почему он перестал прыгать? И летит ракета одного из участников. Возможно, он случайно нажал на кнопку. И он продолжает прыгать. Но он потерял слишком много времени. И Эрвин Гапет с огромным отрывом побеждает в этом конкурсе. Растеряв здесь всю мелочь, но он обменял ее на подарок от волейбольного клуба «Зенит», как самый попрыгунчик, самый прыгающий болельщик. Получаешь вот такой вот классный вымпел. Держи в память о сегодняшнем поединке, ты получаешь вот такой вот магнитик. Итак, дамы и господа, разумеется, это бесплатно, разумеется, это для всех болельщиков обеих команд работает сегодня, так что если у вас есть желание так сразиться со своим другом, то...